Маэстро Юрий Башмет выступил на сцене областной филармонии. В этот раз он дирижировал Всероссийским юношеским симфоническим оркестром. В сентябре этого года коллектив отправился в большой тур по России. Калуга стала 5-м городом, где он выступил с программой. Всероссийский юношеский симфонический оркестр создан 7 лет назад. Каждые 2 года в разных городах проходят отборы новых участников. Это дети в возрасте от 10 до 22 лет. Калужан в составе пока что нет, но уже следующей весной в областном центре пройдет отбор среди воспитанников музыкальных школ для участия в коллективе. График у молодых музыкантов такой, что приучает сразу к гастрольной жизни крупного оркестра, отметил маэстро Башмет на пресс-конференции. За неделю до начала тура музыканты съезжаются в Подмосковье со всей России и начинается неделя сыгрывания. Ну а дальше выступления практически каждый день. Уже устали, в 6, там, в 5 встают, в 6. Это тоже часть нашей профессии. Они должны уметь не выспаться, а на сцене быть свежими, бодрыми, энергичными и сконцентрированными.